Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, кто пришел в этот снежный понедельник. Огромное спасибо. Да, потому что если бы вы не пришли, то нам пришлось бы здесь играть для столов или для фонарей. Или вообще не играть. А так есть шанс получить друг от друга взаимное удовольствие. Сегодня мы играем дуэтом, которым мы активно, в принципе, начали выступать последние месяца два, наверное. Редко, правда, но метко. И сейчас мы сыграем программу, посмотрим, может, она будет в двух небольших отделениях, по 20, тоже дуэт, сами понимаете, либо это будет просто одно большое отделение, посмотрим, как большое, значит, 40. Не зарекайся, ну да, посмотрим, как пойдет. Thank you.
Спасибо, я думаю, вы узнали композицию, да? Самопай. Следующая вещь, очень красивая баллада. You don't know what love is.
Спасибо. Сейчас мы сыграем очень красивую композицию, которая называется «Стелла», и сделаем большой перерыв. Хочу поблагодарить вновь прибывших. Мы начали буквально минут 5 до вашего прихода, поэтому мы ничего не потеряли. Thank you.
Спасибо. Евгений Гречичев сегодня на фортепиано. Небольшой перерыв. 30 минут пролетело. Значит, два отделения. Я хочу сказать, у меня есть открытки, где там можно контакты получить наши. И можно и в интернете общаться, и на концертах встречаться. Есть американский альбом с очень хорошими музыкантами, который называется «Райан Ризен», записан в Нью-Йорке на студии Тони Беннета в 2009 году. Если есть настроение, можно его приобрести. Но минут через 15 мы будем обратно с ним. Владимир, компания, возвращайтесь. Я, конечно, не настаиваю, но хотелось видеть ваши глаза здесь. Вот я вижу Макушу, здесь все сидят. Встречайте, Евгений Гречищев. Фортепиано. Второе отделение мы, я уже практически, вот правда, третий концерт объявляю, что зима закончилась, поэтому играть уже смысла нет этой композиции, а тут как тут снег опять выпадает. Серьезно. И поэтому опять придется играть композицию, которая звучала всегда в ансамбле. Очень простая песенка, но мы, когда выступали с Женей недавно, ну как, да, неделю три назад в Ярославле, сыграли в дуэте композицию и решили ее теперь иметь в нашем репертуаре. Называется она «Лапландия». Thank you.
Композитор Евгений Гречищев. Прелюдия номер 4. Thank you.
желающие принять участие в нашем шоу. И вот сегодня у нас, к сожалению, барабанов нету, я знаю, что он барабанщик. Я хотел пригласить нашего гостя из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, Джимми, welcome to the stage. Спасибо. Thank you so much. Will you interpret for me? Are you my interpreter? Yes, of course. Oh, yes. I think everybody understands. Oh, really? Everybody understands English? Yeah, a little bit. I tell you, it's such a relief to come in here and listen to this, because on the street, all I hear is it gets me dizzy. You know, in New York, if I ask somebody, what kind of music do you like? They always say, I like all music, except country. That's what everybody says. I say, well, why not? They don't know, but it's because country has three chords. So anyway, this is a song that I just wrote, so I'm not sure if I can play it too well, but it's a country song, country western. And this is called, Where Have You Been? You have to imagine it. She'll be coming around the mountain when she comes tonight on a train to the Pennsylvania station. And I've been staring down the tracks with smoky eyes tonight, but she doesn't even know that I'm waiting. With the engine slowing down, I look around, see her face in the crowd, but I don't. So I'm waiting till the next train comes in, 'cause I've been waiting all my life. Oh, and baby, where have you been? And where have you been? You got that in your head? There are shadows in the windows are going by tonight. Only disconnected eyes on Cheshire faces. And in my head I hear the sound of a voice tonight, high above the noise of people going places. With the engine slowing down, I look around to see your face in the crowd, but I don't. So I'm waiting till the next train comes in, 'cause I've been waiting all my life. Oh, and baby, where have you been? Where have you been? Oh, told that some things stay apart forever.
Okay, this is a real oldie. This is a song I wrote when I was about 19, actually. First time I wrote a song, I think, that I liked. It's for the ladies, love song. Don't wanna waste no time, to get to know you. Am I stepping out of line? Oh, if I said I love you. To know you. Thank you so much.
Давайте поаплодируем.
Не раз пошла такая музыка, то мы сыграем еще одну композицию о любви. Варизнов, Градислав. Thank you.
Спасибо. Красивейшая баллада, которая сейчас играет с Евгением, называется «Body and Soul». Thank you.
Еще одну сыграем для вас. Да. Да. Да, мы сыграем очень красивую композицию тоже, но она простая, очень веселая. А, называется она Bye Bye Black Girl. Thank you.
Спасибо большое. Приятно видеть вас. До новых встреч. Спасибо.